весь цивилизованный мир уже давно поступает по-другому. Елкам дают вторую жизнь. Я уже не говорю о том, что в Европе идет борьба с использованием живых елок. Есть уже сегодня очень серьезные технологии, очень хорошая продукция, где искусственная елка заменяет живую елку. Жалко деревья, но даже если они высажены специально для новогодних праздников, их сдают в переработку, их отдают в живые уголки. Ну, предположим, экопарк. На эти елки, которые могут сдать харьковчане в парк, они идут на дополнительный рацион животным, они имеют огромное количество витамина С. Они идут на подстилки, они идут для игры животным. То есть эти елки еще живут около полугода, эти деревья живут. И главное, нет мусора в городе и используют для животных, для экологии. Так что это, я думаю, будет хорошей традицией после Нового года все елки привозить в зоопарк Харьковский и в экопарк и к нам для питания, для игры животных.